За и против длинных ногтей. Плюсы. Есть преимущество для переворачивания еды на сковороде. Второе. Ими приятно делать мини-массаж кожи. Третье. Это красиво и женственно. На самом деле, ради этой красоты я терплю много неудобства. Минусы длинных ногтей. 1. Мне очень неудобно печатать. Иногда ногти входят между клавиш, и это очень неприятно. 2. Если нужно что-то открыть, пальцы подгибаю так, чтобы они не попали под ножницы. 3. Какие-либо механические манипуляции на лице произвести невозможно. 4. При стирке я стираю руками. Когда я выжимаю объемную вещь, ногти залазят в складки. В итоге я хочу сказать, что скоро я покажу, как обрезать такие ногти безболезненно. До встречи в следующих видео. Делитесь роликом с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь. До скорого!